Шаміль Малачієв – комерційний директор заводу з виробництва борошна та макаронних виробів, засновник двох IT-компаній та платформи «Мрій дій». Відповідає за підготовку та проведення освітніх заходів платформи, конференцій, бізнес-сніданків, майстер-класів. Вважає, що лише на мріях далеко не поїдеш, тому потрібно збирати тих, хто вміє діяти, та робить це ефективно. Дмитро Суслов – засновник та директор діджитал-агенції, співзасновник платформи «Мрій дій», експерт у сфері маркетингу, постійний учасник та доповідач на профільних форумах, конференціях та бізнес-тренінгах. В рамках роботи платформи також веде напрямок «Бізнес-освіта». Вважає себе щасливою людиною та надихається тими людьми, хто його оточує. Доброго ранку. Дякую, що до нас завітали. От для тих людей, зокрема для мене, хто взагалі не розуміється, можливо, в бізнесі, от про що це за платформа і навіщо потрібна ця бізнес-освіта у платформі? Яке її місце? Давайте, мабуть, пару слов о платформі розкажу. Платформа не є, по суті, каким-то бізнесовим проєктом, це проєкт соціальний. Платформа «Мрій дій» — это объединение людей с фундаментом общих ценностей, которые заключаются в том, чтобы что-то улучшать вокруг себя. И так уж сложилось, что как раз предприниматели, бизнесмены обладают ресурсом и финансовым, и это могут быть ресурс знакомства, и время, и энергия, которые можно применить к тому, чтобы что-то улучшить, в частности, в своем городе. Но точно так же и люди, которые не являются представителями бизнеса, точно так же могут участвовать в платформе и инвестировать свое время и энергию для того, чтобы что-то улучшать. Например, что планируете, возможно, або для чего это? Наши глобальные цели. Саме от Миколаєві, от якщо покращення, так? На данный момент мы обсуждаем две такие большие идеи по работе инфраструктуры города. Если мы уже не будем как бы брать образовательные проекты, как одно из главных, то у нас есть сейчас задача осветить весь город. То есть своими усилиями как-то зажечь направление постройки пешеходных переходов, которые будут освещаться, которые будут красивы как бы по всему городу. И плюс есть другое направление, это саме-таки парки Победы, начать развивать инфраструктуру стритболов, площадок, там, чтобы люди могли чемпионаты какие-то небольшие устраивать между друг другом, чтобы приходить куда-то играть, там, проводить уже существующий проект «Трасса здоровья». То есть по максимуму создавать культурное, классное место. Це будуть створювати ті, хто відвідують оці бізнес-освіту, чи, можливо, ви просто знаєте, до кого достукатись будете, повідомляти і так далі? Тому що все ж таки, я так вважаю, що це більше повинні робити наші діячі, наші депутати і так далі. В двох словах, то є кілька направлень діяльності платформи. Самый основной стержень на то, что все нанизано остальное, это реализация как раз проектов, про которые вот Шамиль рассказал. Но также есть и другие направления. То есть следующее направление – это направление бизнес-образования. Сейчас о нем чуть подробнее расскажем. Третье направление – это благотворительность. Четвертое направление – социальная деятельность, работа с молодежью. Это еще одна видочка. Дело в том, что если мы говорим уже там о строительстве, например, спортивной площадки или о том, чтобы подсветить переходы, по сути, если практику окунуться, как реализуются эти проекты. На них нужно там деньги и время, да, то есть подождать, пока все это там построится, сделается. По сути, если посмотреть там календарно, наверное, это займет 3-4-5 месяцев может занять. А в это время, грубо говоря, чтобы участники платформы не просто, скажем, там финансировали это и ждали, пока же мы построим площадку, появилась такая идея, чтобы параллельно прокачивать наших бизнесменов, скажем, давать им новый опыт, новые знания с помощью тех людей, которых мы можем привлечь в Николаев, спикеров, опытных предпринимателей, ну и совершенно разных представителей бизнеса, которые могут делиться своим опытом с нашими николаевскими предпринимателями. Я знаю, что уже проведено ряд заходов таких, вот как, можливо, реагируют миколаевцы на таких спикеров, потому что запрошуют из разных областей. Я могу сказать, что вот вчерашнее мероприятие, которое у нас прошло, показало, что есть очень большой спрос в бизнес-среде на подобные ивенты. И, по сути, сейчас тематика бизнес-образования становится ультрапопулярной. И в городе
такие ивенты, ну, может, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что отсутствуют в принципе. Mm-hmm. То есть мы закрываем как раз вот эту потребность, и люди с радостью как бы приходят получать новые знания, новый опыт, посмотреть на других людей, как получается это в других городах Украины. Тем более это не какой-то опыт космический, который мы не можем перенять, это вот люди 130 километров от нас, город Одесса, Юрий Филюк приезжал из Ивано-Франковска, колоссальные вещи просто внедряет там в своем городе. И как бы наши предприниматели смотрят на это и понимают, что все реально, перенимают этот опыт. Щодо планів на майбутнє, кого плануєте запросити, можливо, коли, куди, можливо, хто може відвідати подібні заходи? Для кого це буде найбільш корисно, для кого найбільш цікаво? Тому що відвідати можна просто, от, побачили, що буде таке, і чому б не прийти, так? Але чи буде це корисно для людини? Для нас саме важливо – це вовлечь як можна більше людей, тобто дати пользу як можна більшому кількості людей. Тому ми для себе определили порядка 12-15 общих тематик, под которых мы подбираем спикеров. То есть это не будут сугубо бизнес-лекции там, генеральных директоров крупных компаний. Mm-hmm. Это будут люди, преуспевшие там, в какое-то спортивное направление, там, которые делают двойной там, Ironman. Это люди, которые преуспели там, в женском предпринимательстве, женской психологии, чтобы также дать что-то полезное девушкам. Вот, например, на следующий ивент у нас приезжает девушка Казачкова, Юлия. Она специалист по психологии в личностном росте для женщины, то есть очень много чего может рассказать. И мы уже на март запланировали этот ивент тоже. И как бы, одну тему мы взяли уже личный бренд, как бы прокачали на 180 человек. И следующая тема уже будет более там, для женщин, можно так сказать, чтобы попробовать это направление тоже развивать. А потом попробуем реально какой-то вот именно жестко-бизнесовый, там, пригласить кого-то, вроде там Павел Вжещ, который основатель банды, или, может, генеральный директор Google Украина, чтобы, ну, действительно, какого-то топового уровня бизнесового. До речі, про рівень. Чи готовий Миколаїв приймати таких гостей на такому рівні? Как я вот и сказал, безусловно готов. И есть спрос на полезный контент. И ну, люди, по сути, в хорошем смысле проголодались за какой-то новой информацией, за каким-то новым опытом. И касательно вот еще ивентов, я бы хотел дополнить. Несмотря на то, что мы делаем их в рамках платформы и, по сути, для участников платформы, мы также рады видеть на этих мероприятиях всех других людей, кто хочет. Будь-якої професії? Всем, кому интересна данная тематика. Мы делаем анонсы в социальных сетях, есть продажа билетов, то есть можно всегда приобрести билеты и прийти на это мероприятие абсолютно, даже если ты не участвуешь в платформе Meridi. Вот. Но для всех участников участие в таких мероприятиях является бесплатным, и они прокачиваются как бы вот... Пока, грубо говоря, мы все вместе там реализуем какие-то социальные проекты, в это время мы можем бесплатно получать новые знания, новый опыт. Ну що, дякую, що ви до нас завітали, дякую за корисну інформацію. Обов'язково будемо слідкувати за анонсом події. Можливо, в майбутньому завітаєте до нашої студії ще з якимось гостем, проведете нам того, хто, можливо, розкаже міні-урок десь саме в прямому ефірі для нового дня і для глядачів нового дня. От задумайтесь над таким.